О том, как развивается текстильная отрасль, губернатор Ивановской области Павел Коньков поговорил с президентом Российского союза предпринимателей легкой промышленности Андреем Разбродиным. На рабочей встрече обсудили реализацию проекта комбината синтетического волокна, проблемы финансирования текстильной отрасли, а также перспективы взаимодействия союза и области. Мы договорились о некоторых совместных действиях, обсудили результаты последней текстильной недели, некоторые вопросы наметили на следующий год, на следующую текстильную неделю. Ну, в общем-то, общее мнение такое, что есть все основания для того, чтобы отрасль начала отрастать, и отрастать достаточно системно. То есть есть сегодня и выстроенные отношения с правительством, и в частности с Минпромторгом, и мы работаем уже значительно более качественно и профессионально. Об оживлении отрасли свидетельствует не только статистика, но и запросы на разработку новых тканей и технологий в легкой промышленности. Государство и бизнес заинтересованы в кадрах, способных привнести инновации в процесс производства одежды и текстильных изделий. Найти применение новой технологии смогут на комбинате полиэфирного волокна. Союз на определенном этапе достаточно решительно поддержал наш проект по комбинату синтетического волокна. Мы сегодня с Андреем Валентиновичем, ну, во-первых, обсудили текущую ситуацию дел в текстиле, они все время ее мониторируют, и у них самые свежие данные, и пришли к общему выводу, что, в общем-то, сегодня время складывается достаточно благоприятное, и мы и в рамках страны, и в рамках региона ждем, что текстиль будет сегодня плюсовать объем производства. Обе стороны в конце встречи были настроены оптимистично. Совместная работа региона с Союзом легкой промышленности продолжится на традиционном осеннем промышленно-экономическом форуме «Золотое кольцо». Организаторы планируют провести ее в новом формате и сделать упор на отечественного производителя. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.